представляем сегодня главное, центральное предложение дня. Это уютный и стильный халат Герда от бренда Дианида. Вы знаете, я скажу честно, я обожаю этот халат. Я приобрела его на 8 марта уже для своей любимой мамочки. Она ходит в нем дома, она его получила. И это, конечно, безумно красиво. Но самое основное, ведь это сегодня рубрика «Комфортная мода». А значит, это халат, в котором вам комфортно, легко, уютно. И при этом вы знаете, что вы даже дома королева. Ну, здесь, знаешь, я как стилист хочу отметить, что у меня не поворачивается язык назвать изделие халатом, потому что это все-таки выглядит действительно как полноценная женственная хлопка, женственное платье. И знаете, что самое важное? Что здесь у нас используется идеальный материал. Это велюр на основе хлопка. Он такой мягкий, невероятно комфортный по тактильным ощущениям. Знаете, как будто я плюшевого мишку сейчас глажу. Так приятно. Руки расслабляются. Причем велюр отличается своей вот этой вот мягкостью. Видите? И благодаря пористой структуре он отлично пропускает воздух. Тело в таком халате дышит и расслабляется. Представьте, особенно после душа. И дизайн. Бренд Дианида здесь ударяет в самую женственность. Классический принт горох, полькодот его еще называют в модной индустрии. И посмотрите, легкий а-силуэт по бедрам, длина халата 108 сантиметров, и пояс идет в комплекте, которым мы всегда легким движением руки можем подчеркнуть нашу женственность. И посмотрите еще, как область декольте подчеркнут, такой роскошный воротник, который мне лично напоминает ювелирное украшение. Мои дорогие, только сегодня главное предложение дня по цене 1799 рублей. Перестаралась, что называется, сняла поясок, но вы обязательно, девочки, делайте свой выбор. Что хочу сказать? Ну, во-первых, конечно, самое главное, что у нас интересные оттенки. Достойный, хороший, синий, темно-синий цвет. Это выбор нашей Олечки, кстати, контрастный белый горох. А на Ольге у нас цвет серый, обратите внимание, такой нежный, да, более приглушенный. И цвет лиловый – это мой выбор. Так вот, смотрите, я хотела сказать, что выбирая сегодня свой вот 50-й размер, вы точно знаете, что вы этот халат будете носить. Он вам в самый размер, и можно носить его с поясом. Ты как предлагаешь? Я предлагаю вам выбирать также размер в размер, причем свобода прилегания у нас уже заложена в крое. Этот халат подойдет для любого типа фигуры, поэтому здесь при выборе размера берем четко размер в размер, и он на вас сядет идеально. Ну и, конечно, самое первое ощущение, которое вы получите от этого халата, это расслабление, потому что велюр на основе хлопка, он создан для того, чтобы приятным образом обнимать ваше тело и дарить ему наслаждение. Причем, кстати, я хочу отметить, что если у вас, например, чувствительный тип кожи, велюр хлопок успокоит ваше тело, и даже мелкие раздражения будут ликвидированы. Кстати, не стоит думать, что велюр – это что-то сезонное, подходит только для зимы. Такой материал актуален все 4 сезона. Знаете, он какая особенность у велюра? Он когда жарко согревает, а когда жарко – охлаждает, а когда холодно – согревает. А внутри, видите, уже идет гладкое хлопковое полотно. И, кстати, сразу посмотрите, как у нас дизайнеры бренда Дианида позаботились об уровне износостойкости халата. Видите, зона с петлями для пуговиц и зона с пуговицами прошита дополнительной планкой. Это значит, не вытянется у нас халат. Это самое главное, не вытянется, а значит, вы его будете носить очень долго. А самое главное, что вы в этом халате чувствуете себя расслабленно, комфортно и красиво. Мои дорогие, бренд Дианида очень любим нашими телезрительницами, потому что еще в январе, когда мы представляли этот халат, было распродано более 2500 халатов за 2 часа прямых эфиров. Мы поняли, что это должно быть главное предложение дня. Именно поэтому оставаться стильной, молодой, красивой, привлекательной, сексуальной можно в этом халате Герда. Причем, как важно, вот ты знаешь, тоже воспоминания, как из детства, халат в горох, который был у бабушки, у мамы, ей сейчас снова, я ей заказала. Знаешь, это вот такое теплое чувство и ощущение, которое уносит тебя именно в те самые эмоции,
такого, знаете, комфорта дома и удовольствия, это правда. Я с тобой полностью согласна, причем посмотри, как еще идеально сидит халат. Вот у нашей модели Ольги по плечикам 48, по бедрам 50. Здесь мы выбрали 50 размер для того, чтобы комфортно по бедрам было. Посмотрите, как у нас хорошо все в зоне проймы. Видите, сколько места. Велюр эластичный, он прекрасно тянется. Видите? Манжеты мягкие, они не впиваются в вашу руку. Причем, видите, еще такой акцент, контраст, да, и запястье. Самая женственная часть руки. Вы смотрите стройной и хрупкой. Также я хочу отметить, смотрите, для верхних типов, вот что тоже имеет особое значение. Лен, вот у тебя красивые, выдающиеся формы. Посмотри, ни одна пуговица у нас не разъехалась, потому что здесь предусмотрен хороший запах именно с точки зрения застежки на пуговицу. И по бедрам, да. Посмотрим, 50 размер у меня сейчас. Она у нас идет свобода. Угу. И длина халата 108 сантиметров. Смотрите, коленочка прикрыта. Ольга, так. Можем просить вас присесть на диван, чтобы мы убедились, что когда вы сядете, у нас в мини-халат не превратится. Видите? Слушай, идеально. И можно, длина, кстати, сохранилась. И можно, кстати, сделать какую-то маску, потому что здесь V-образный вырез, то есть, да, и масочку, и шейку, и, да, какие-то огурчики положить. То есть вы всегда красивая, яркая, эффектная. А самое главное, вы стильная, девочки. Торопитесь, до 62 размера. Выбирая сегодня серый, лиловый или синий халат, который нужен всегда. Знаете, как часто бывает, приезжают гости, а ты думаешь, так, что тебе надеть, чтобы это был и образ красивый, и при этом тебе было комфортно. Вот это именно халат Герда от бренда Дианида. Правда, красивая коллекция. Вы знаете, у нас вот сейчас уже новые традиции выбирать для дома красивые вещи. Как в сериалах, знаешь, да. Ты вот знаешь, я еще хочу отметить, что здесь действительно важно с точки зрения стиля дома выглядеть великолепно, потому что уже, скажем так, признак дурного тона донашивать дома то, что вышло из строя повседневной жизни. Женственный халат, классический принт гороха, это всегда отражение вкуса и элегантности. За велюром легко ухаживать, он не даст усадки и можете смело крутить в машине при деликатном режиме стирки. Так что, дорогие мои, главное предложение дня, но сегодня только в цене с 40% скидкой. Обычная цена 3000 рублей, сегодня менее 1800 рублей. Торопитесь, у нас исчезают размеры.